Jesteśmy dzisiaj na rzece Irkut, 19 stycznia 2020 roku. Temperatura powietrza dochodziła do minus 25. Zaczynamy. Witajcie. No, czas znowu na wspomnienia z Syberii. Bo czemu by nie? Trzeba wspominać, póki możemy, zachowywać to w pamięci, a tym bardziej, jeżeli jest to zapisane na taśmie. Na taśmie filmowej, słuchajcie, 19 stycznia każdego roku w Rosji jest świętem chrztu pańskiego. Święto ma nawiązywać do chrztu Jezusa Chrystusa w rzece Jordan. I tradycyjnie Rosjanie kąpią się w rzekach, w jeziorach właśnie tego dnia. Ano, że my mieszkaliśmy w tym czasie na Syberii, to oczywiście okoliczni mieszkańcy kąpią się w rzekach, a że jest minus 20, minus 25 czy minus 30, to nie zmienia żadnego faktu. Jest taka tradycja i trzeba co roku oczyścić swoje grzechy z tego roku, który minął. Dlatego dzisiaj zapraszam Was na krótki film. W filmie w głównych rolach będą występować moja żona, czyli Eliza, i jej syn Leonid. Zobaczcie, jak to wyglądało. Ja już wcześniej wrzuciłem taki film z tego materiału, ale to było dawno, dawno, ale chcę Wam jego przypomnieć, bo pewnie nie sięgacie tak daleko w moich materiałach, a tego urywku chyba nawet nie ma, czyli moja żona wchodzi do lodowatej wody, Leonid wchodzi do lodowatej wody. Leonid wchodzi do lodowatej wody. Tylko że Leonid w panice gubi okulary i okulary poszły na dno. Co się stało? Jak się ta historia skończyła? Zapraszam do tego odcinka. Ja Was oczywiście gorąco pozdrawiam. Dużo zdrówka jak zawsze. Ale dzisiaj troszkę się ochłodzimy. Co Wy na to? Pa. О, главный актер идет. Привет, как тебе? Идем купаться. Пойдем, который на солнышке. Ну давай, там на солнышке. Лиза идет плывать, рыбы на колацию злапать. Она говорит, надо воду потрогать. Мне кажется, да стой, простите ее у меня. Что за? О, я лучше хочу не выступать. Как, мокро? Мокро. Мокро, я думал, что мокро. Ты заходи, просто не стесняйся такой маленький, бы это плохо. Заходи. А Раня, там может ты тоже попробовать? Я бы так зашел, но у меня я, надо мне снимать его. Можно снимать, да. Я репортер. Да, да, да. Да, Роберт, я тебя знаю. И идешь второй, короче. Алёня третий. До свидания. Давай. Я прям с камеры побежал. Молодец. Сразу посмотри, там рыбы есть или нету. Назад, назад. Ты уже все у тебя там есть? Ты так идешь? В одежде.
я пойду за кафе. Как? Как, так? Так шкурку? Вот твоя шкурка, вот она, так что. Ну, конечно, что идет. Мне это уже ребенка. Сколько было? Ну, Роберт, видишь, даже девчонка идет, а ты... Вижу, но это не мой праздник. Да, 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 но ты живешь в России, Роберт, так что... И что? Роберт, ты живешь в России, так что... Понятно, понятно. Это не мой праздник. Ой, сейчас, если он ее уронит, это будет эпично. Да. Был бы эпик. Ну что? Ну конечно. А что ты не пойдешь, Роберт? Что бы мне дашь потом? Я с этой страны. Надо 15 сразу. Да, да. Я тогда заболею. Потеплее будет. Принято только 3. Может, мама окунется за всех троих? Упаливается. А, следующая Лиза будет. Ты следующая. Да, конечно. Будешь кричать? Ой, голова, нет. Ой, давай. Давай, 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 давай. Надо было собаки в руки там есть, а нету, мог, ну то есть идти там. Но то быстро там. Хорошо, я побежала. Ну не, бери собаки. Хорошо. Иди с мамой. Вы уже давно бы еще дошли там. Знаешь, вот я туда вышла, мне тепло. А там тепло? Ну то давай, давай, давай. Боку и вперед. Я не знаю, морж ей или сова. Да.
Okej, poszła jeszcze raz. Пойдем, а вы делитесь, кого больше. Главный герой Шелехова. Dawać, dawać, nie ждać. Чем больше ждешь, тем посмотри. Чем больше будете ждать, тем хуже. Завози, завози. Подаем, а, очки, но и опять очки потерял. Кто достанет? Очки-то уронил. Да? Он уронил очки-то. Цена очки-то ты уронил там. А я хотел сказать, что было очки сделал. Кто-то есть. Сейчас дедушка полезет, достанет очки. Мам, ну накинь на меня, пожалуйста. Очки, очки. Все, я туда не полезу. А вон дедушка достанет, да? Попробую. Я не вижу, а, есть. Да.
Это что? Танец, смотри, что делается. Вот Божья помощь, даже Роберт. Да. Вау, это что-то. Как вода? Супер. Где он есть? Женька молодец, три раза присел. Я пошла к нему. Ну давай, давай. Thank you.